Четвертьфинал Кубка России нам с вами предстоит посмотреть. Первый четвертьфинальный матч сыграют для нас с вами «Торпедо», Нижегородская область и «Синара». Четвертьфинал остался в запасе. Ишков на паркете. В поле Уругвай тренируются и футболисты по арене. Они готовятся к кубковому матчу с «Химками». Но внимание, Телегин, передача на Серебрякова. И Никита Хромых, номер 66-й. Серебряков, перехват, удар! Не попадает Максим Серебряков. Интереснейшие матчи мы с вами посмотрели в чемпионате России между этими командами. Внимание, Карпов, рикошет и гол! Синара впереди. По-моему, от ноги Никиты Хромых в конечном итоге мяч влетел в ворота. Акулов забил. Максим Акулов, 8-й номер. Тоже две победы, 6-4, 9-2. Телегин на Серебрякова! И опять у «Торпедо» наверняка очень серьезный настрой на сегодняшний матч, потому что еще раз на последней минуте «Торпедовцы», удар по воротам. Герасимов мимо мяча, значит, Абрамов. Это передача на Прудникова, а дальше на третьего! И половине первого тайма, но моменты опаснее, согласитесь, у «Синары». Ну и гол они забили. Здесь Телегин, и 3 в 1, передача Зайцева, удар, гол, 1-1, Дмитрий Зайцев! Под любимую левую ногу сделал пас Александр Телегин. И Зайцев не промахнулся. 13-я минута. Видит, что свободен. Телегин видит, что свободен Прудников. И вот пас, штанга. Ну, вы знаете, что Соколов «Синару» покинул. А здесь Опер. Опер обыграл Валеева. И удар. Может быть, Серебряков. И здесь Зайцев, перехват. Серебряков. Пас, удар. Зайцев. Разбегаться, и все с Деминым будет в порядке. Азиз Муждаков появляется на поле, и сразу момент у него. Мы посмотрим. Прудников. «Синара», вы знаете, никого не приобретает. «Синара» только воспитывает. А это Прудников, браво! Браво, «Синара»! И провалилась здесь «Торпедо» в обороне. Прудников вышел один на один. Лучший бомбардир «Синара» в истории. Такие моменты, как правило, не упускает. 20-я минута. Дмитрий Прудников. 1-2. Прудников. Демин проходит. Опера. Демин! Демин! Не попадает Валерий. Карпов. Неточная передача. Опер. Опер. Выход 1-1. Пытался схитрить Антон Опер. Впереди сделал ему пас. Дуду. На Телегина передача. Телегин на Зайцева. Зайцев. К большому сожалению, сегодняшний матч закончен. Вот на данный момент все говорит в пользу того, что у него... Штука очень важная. И Евгений Куксевич часто говорил о том, что очень хочет. И в Норильске такое. Хромых забивает гол. Хромых 2-2. Он пропускал второй матч в Екатеринбурге из-за дисквалификации. Накопил силы, забил сейчас. 28-я минута. Никита Хромых. Аширо! Штанга! Абрамов. И теряет мяч Сергей Абрамов. Крис, удар! Мимо! Абрамов вперед пошел. Ух ты! Удар и гол! Сергей Абрамов 2-3. Подтолкнул его, как мне показалось, Крис. Но Абрамов не стал тут к арбитру апеллировать. Взял и шарахнул в дальний. 3-2, «Синара». Не подарок. Телегин, удар! Ишков, браво! Не позволил ему до мяча добраться. Демин, и уже, да, уже вынужден так руки кверху поднимать, чтобы, не дай бог, не нарушить правила. Удар, голище!
2-4. Это Акулов. Дубль оформляет. Он открыл счет в сегодняшнем матче. И вот сейчас оформил дубль в самую девятку. Промых. Удар. И добивание будет от Муждакова. Ишков. Потом трофей взяла уже Синара. Мужская. Абрамов. А вот точно так же гол-то был. И он нанес удар после этого. Словно ускорение это ему придает. И гол! Пятый гол, пока мы смотрели повтор. Синара забивает еще. Счет становится крупным. Герасимов. Опер-удар! И опять Ишков! Сколько сейвов! Главный герой сегодняшнего матча Иван Ишков. Аширов. Зайцев. Опер-удар! Гол! 3-5! 3-5! Один открытали. Антон Опер. Последняя минута. Аширов на Зайцева. Аширов, удар! Ишков! Ишков! Зайцев. Аширов на Зайцева. Прострел Крамых! 4-5! За 16 секунд до конца! Никита Крамых оформляет дубль. Игра 5-4 вообще-то принесла свои плоды сегодня.